Начнем выпуск с очередного страшного ДТП. В Омске на остановке Светловская иномарка сбила мать с тремя детьми. Женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла около 6 часов вечера. На место происшествия прибыли 4 кареты скорой помощи. Один ребенок скончался по пути в больницу. По информации пресс-службы госавтоинспекции, водитель бросил машину в районе улицы Вострецова и пытался скрыться с места происшествия. Однако был пойман сотрудниками полиции. В настоящее время личность водителя устанавливается. Причины аварии остаются неизвестны. Добавлю, что весь день шел снег с дождем. Видимость на дороге была ограничена. Девочка 2010 года рождения по пути в медицинское учреждение от полученных травм скончалась. Мама и два мальчика находятся в медицинском учреждении по тяжести последствий. Пока никаких комментариев дать не можем. В настоящее время все обстоятельства данного происшествия уточняются. Работа на месте ДТП проводится.